Никто не знал, что здесь есть плита. Потому что, ну, приносят венки, кладут прямо на плиту, и никто не знает. Когда мы ее установили, люди проходят мимо и говорят, что, о, смотрите, стелу какую-то поставили. Имя героя Советского Союза Петра Текеляйнина, высеченное на гранитной плите, более полувека было сокрыто от глаз. Сюда, на место захоронения останков командира отделения полка 71-й стрелковой дивизии, десятки лет возлагают цветы и венки. Сейчас в сквере Победы города Суоярви идет реставрация мемориала. И почему сейчас видна надпись? Мы просто немножко небольшую произвели здесь тоже реконструкцию, то есть Отшлифовали мы ее. Она просто за годы все это вот заросло мохом там и так далее. Вот нам пришлось поднять на 50 сантиметров землю здесь. Затем вот уложили брусчатку. Вот, затем в брусчатке здесь будут монтированы, значит, светильники. То есть она будет светиться и вдоль, и по звезде. Потом, когда здесь все отмоем после этого, вы увидите, да, здесь будет красного цвета звезда, а подходы будут серого цвета. Значит, еще будет 8 светильников здесь. Вот видите, уже закладные здесь сделанные. Вот, 8 светильников. Да? Да, да, вдоль аллеи. Вот. И вот уже начали металлоконструкции делать. У нас здесь по проекту, значит, еще цветники и лавки. Еще будем вот здесь тоже полировать. Будет тоже гладенько все.